Три туристических объекта Тверской области вошли в десятку лучших отелей России. Рейтинг был составлен российскими тревел-блогерами и журналистами по итогам 2022 года. В значительной мере почву для этого успеха подготовило региональное министерство туризма. Об этом рассказывает наш корреспондент. Оставляя свои впечатления от отелей, отечественные блогеры, путешественники и представители прессы оценивали комфортабельность номеров, уровень сервиса и компетентность персонала, а также разнообразие питания. Победителем была признана гостиница «Лето-лето» в Тюмени. Однако в список лучших попали и три объекта из Тверской области, в том числе благодаря региональному министерству туризма. В текущем году Министерством туризма Тверской области было организовано несколько информационных туров, пресс-туров по нашей Тверской области. И в каждый из этих маршрутов, безусловно, были включены и наши гостиницы, и загородная база отдыха. Среди лидеров рейтинга, представляющих Верхнее Волжье, бутик-отель «Амбар Гранд», который расположен в Торжке, загородный отель «Барская усадьба», который находится в Старицком муниципальном округе, и отель-усадьба «Времена года», расположенный в Торопецком районе. В региональном Минтуризме уверены, что все это говорит о постоянном росте уровня гостиниц и турбаз Тверской области. Рейтинги, безусловно, говорят о высоком росте по качеству наших гостиниц. И, кроме того, хочется отметить, что относительно недавно появились новеллы в федеральном законодательстве, и практически все отели, которые оказывают гостиничные услуги на территории региона, уже имеют ту или иную классификацию. В настоящее время в регионе работают свыше 270 отелей и баз отдыха, более 170 музеев и музейно-культурных центров, а также порядка 40 объектов сельского туризма. Благодаря федеральной поддержке в текущем году в Верхней Волжье была активизирована работа по созданию новых гостиниц и мест размещения. В числе наиболее популярных направлений – Тверь, Ржев, Старица, Торжок, Конаковский район, Вышневолоцкий, Осташковский и Селижаровский округа.